Доброе утро, мои друзья. Вот на Валберисе приобрел магниты по 7 белорусских рублей, держатели для ножей. Очень удобная штука, оказывается. Ну, 200 российских, наверное, 220 там. Вот. И хороший вот этот шуруповерт. У него есть удар со сверлением, как в перфораторе. 2 минуты, и я повесил эту штучку. Удобно для мелочи. Ну, как по мне, малое пространство у меня здесь. И мне эти все вещи, мелочевку некуда складывать. На стене висит она постоянно. То одно, то другое. Отверточки тонкие, всякие прилады. Нормальный, доволен я вот этим держателем. Вот второй. Такой есть. Видимо, выше повешу сюда. Вот. Просто повесил, чтобы проверить, как он держит. Он даже держит вот эту вот болванку мою. Вот хороший магнит. Ну, насколько хватит, не знаю. А она 300 грамм весит. Вот, ну, как-то держится она. Ну, не сказать, что хорошо, но вот висит. Шар обдирочный. Тоже приобретался он на Алиэкспресс, да. Этот постарше, он уже немножко затупился. А этот новый дерет хорошо. Аккуратно с ним нужно работать. Ну, это тяжелые шары. Вчера сделал впервые в жизни такой эскизный проект. Треснул дуб. Ничего страшного. Я черновик попытаюсь его сейчас, видимо, фрезером пройти, снять в ноль, если выдержит клей. Клей мне дал знакомый, классный клей. Но это блюдо высохло уже, отвезу домой делать. Надпись, это будет, руками выжгу. Нарисовал листочки красивые, перерисовал, скажем так. Вот это надо увеличить, вот этот. Этот на работу возьму, подпишу, тоже сделаю такую карандашницу. Ну что, стоимость материала вообще копейки. Спиленных деревьев хватает, особенно здесь в деревне, плодовых. Вот слива гнилая была, это привез с участка со своего. Выбрал внутри. Внутри я выбирал, даже честно скажу, вот этим инструментом и сверлом Форстнера на 50. 35, 45, 50 сверла. И выбираю рюмочки, чашечки. Единственное, что держать надо хорошо. Ну, я зажимаю в тиски, либо между сапог. Смотря какая нагрузка, смотрю по древесине. Ногами зажал, да сделал. Опасно, да, но стараюсь больше в тисках, конечно. Ну и пытаюсь сделать одинаковые кругляши эти. Все, всем добра.